20 серия. Не разыгрывай передо мной дурака. Монолит становится все успешнее и успешнее. Инструктор Дзюи. Я уже сказал, что больше не имею отношения к огненному щиту. Вас не касается то, чем я занимаюсь. Ты слил им учебные планы огненного щита, и это меня касается. Учебные планы слил не я. Да кто тебе поверит? Не хотите, не верьте. Вы все в огненном щите без здравого смысла. Пока не потрудишься мне все объяснить, я с места не сдвинусь. Отправляясь в тренировочный лагерь, вы подписали документы о неразглашении информации об огненном щите. Но ты присоединился к Монолиту, передал им наши учебные планы и даже стал там инструктором. Я просто в бешенстве. Сегодня ты выучишь еще один урок. С дороги. Предупреждаю тебя. Оставь Дзюйляна в покое. Да кто ты такой? У тебя не тот уровень, чтобы спрашивать. Сейчас посмотрим, у кого какой уровень. Твои бойцовские навыки неплохи, но им не хватает огня. Боюсь, из-за моего огня ты поджаришься. Назад! Люша, ты в порядке? Это ты ее избил! С сердцем проблемы были до меня. Хочешь спасти ее? Быстрее вези ее в больницу. Люша, пойдем. Остановись! У моей подруги сердечный приступ. Быстрее, помогите отвезти ее в больницу. Вот так, осторожно. Пожалуйста, отвезите нас в ближайшую больницу. Сейчас.
Люша, потерпи. Сейчас мы отвезем тебя в больницу. Водитель, прошу, быстрее. Доктор, как она? У нее был серьезный сердечный приступ, что вызвал аритмию. Это привело к недостаточному кровоснабжению. Она все еще в опасности. На данный момент работа сердца пришла в норму. Но нужно провести более полное обследование. Можно к ней? Конечно. Прежними. Я не думаю, что они какие-то ненормальные. Я для тебя словно пустое место. Ты не говоришь со мной. Ни о чем, кроме работы. Я думаю, мы должны перестать быть просто коллегами. Тиншен, я уже говорила. С тех пор, как я узнала правду, все закончилось. Я не хочу услышать твоих извинений, они мне не нужны. Тиншен, это уже не в первый раз. Это было раньше, есть сейчас и будет потом. Такой уж ты человек. Какой я человек? Что за человек, Тиншен? Каков я в твоем сердце? В моем сердце. Ты должна быстрее поправиться. Миссия уже закончена. Как думаете, успешно ли вы ее завершили? Конечно, успешно. Как только вы принимаете миссию, как телохранитель, безопасность клиента становится самым главным. Это наша добросовестность. Конечно, есть профессиональная добросовестность, общепринятые нормы. Но еще важнее – законы. Справедливость и совесть. Вы разбудили в клиенте совесть, которая есть в каждом отце. Думаю, вы поступили правильно. Вы отлично справились. Ваш испытательный срок завершен. С этого момента вы все официально работаете в Огненном Щите. Телохранителями элитного уровня. Добро пожаловать в наши ряды. Аплодисменты! Как здорово! Прекрасно! А разве нет никакой другой церемонии? Тебе нужно дать золотую медаль? Меня волнует только размер годовой зарплаты. Тебя волнует только зарплата? Ты забыла наш девиз? Требовательность, ответственность, превышение возможностей, непобедимость. Телохранитель — это удивительная работа. Вы все еще молоды, чтобы думать о деньгах. Думайте о работе, думайте о мечте. Простите, я читаю им лекции от вашего имени.
О каких мечтах вы говорите с тем, кто думает только о деньгах? Вы ведете себя неприлично. Хорошо говоришь. Круто. Позвольте сказать, что помимо бонусов и зарплат, есть различные виды страхования. Вы не будете ни в чем нуждаться. Отлично. Алло. Что? Люша в больнице? Вы знаете, что у нее было заболевание сердца? Нет, она об этом не говорила. У нее проблемы с сердцем? Предварительный диагноз – врожденный порок сердца. Также у нее выявлена апластичная анемия. Как такое возможно? Что нам теперь делать? Никогда бы не подумала, что Люша может так пострадать. Люша и Циншен вели расследование в отношении Цзюйляна. Хочешь сказать, что это сделал Цзюйлян? Это невозможно. Цзюйлян не такой человек, я его знаю. По моим данным, Цзюйлян не обладает подобными навыками. За ним стоит тот, о ком мы не знаем. Вы имеете в виду монолит? Неужели они настолько ужасны? Люша, ты очнулась. Воды. Держи. Понемногу. Люша, ты ведь знала, что у тебя врожденный порок сердца? Почему нам не сказала? Он много лет не давал о себе знать. Я думала, что все прошло. Как ты могла быть такой беспечной? А если бы случилось несчастье? Ты все это время был здесь? Да. Ты действительно не должен быть таким. В смысле не должен? Солнце должно всходить, реки должны впадать в моря. Что? И пусть это странные вопросы, но так оно и есть. Не может быть никаких «не должен». Они у нас как мистер и миссис Смит, да? А. Не шути так в подобное время. Их отношения похожи на любовь-ненависть. Что происходит между ними? Им вдвоем продержаться так долго было непросто. Что между ними произошло? Дедушка Люша служил в китайской экспедиционной армии, как английский эксперт. После Второй мировой войны он не просто остался в Китае, но и перевез сюда всю свою семью. Они жили в маленькой деревушке на Цзяцо, на границе Китая и Мьянмы. Почему они жили в таком отдалении? Там были похоронены многие его армейские друзья. Лишь тот, кто ходил по острию смерти, поймет, насколько ценна эта дружба. Родители Люша были врачами. В то время они были неподалеку от одной маленькой деревни, в которой помогали местным жителям. Несколькими годами ранее в пункт помощи налетели наркоторговцы. И к тому времени, как в помещение ворвался спецназ, наркоторговцы уже увезли всех заложников. Тогда наш отряд спецназа спас большую часть заложников. Но в конце наркоторговцы взорвали бомбу. Таким образом, родители Люша погибли. О. А что насчет Циншена?
В то время Циншен был самым молодым снайпером в спецназе. Его задание было убить цель с одного выстрела. Он потерпел неудачу? Нет. Он убил цель вторым выстрелом. Но это дало цели время, чтобы запустить бомбу. После этого Циншен чувствовал себя виноватым. Он часто навещал Люша. Он заботился о ней. И помогал. Так, шаг за шагом, между ними вспыхнули чувства. В конце концов, Люша приехала в Нанкин в поисках Циншена. Они оба прошли испытания и стали частью огненного щита. Получается, они были парой? Позже Циншен сделал Люша предложение. Во время этого он рассказал Люша обо всем. Тогда Люша словно свихнулась. Она настояла на разрыве отношений. Получается, Люша сильно обижена на Циншена? На самом деле Люша обиделась. Не на то, что Циншен ошибся, а на то, что он скрыл правду. Что с тобой? Ничего. Не похоже, что у тебя все хорошо. Я просто очень устала. И похоже, снова упал сахар. Держи. Почему у тебя всегда под рукой шоколадки? У Сяо Юй похожая проблема, поэтому ношу с собой. Спасибо. Мы все проверили. Многих исключили. В итоге, проследив за Цзюляном, мы выяснили, что с ним будут проблемы. Поэтому мы тайно проникли в монолит и записали видео. Когда Люша встретилась с Цзюляном, внезапно появился мужчина в черном. Во время боя он ударил Люша, и это вызвало сердечный приступ. Откуда взялся этот человек? Насколько он силен? Этого хватит, не беспокойтесь. Я попрошу Айон проверить это. А что насчет Цзюляна? Все еще расследуете? Мы уверены, что он присоединился к монолиту. У вас есть доказательства? Вот видео. Это и правда он? Неужели он нас так легко предал? Эй, что ты делаешь? Оставь ее. Алло. Цзюлян, приходи в боксерский клуб. Что? В боксерский клуб? Что, кишка танка? Что? У кого тут кишка танка? Не переживайте вы так, я уже в порядке. А где огненная волчица? На вашем видео она увидела Цзюляна и убежала. Я не смог ее остановить. Похоже, огненная волчица пошла поговорить с Цзюляном. В этом огненная волчица похожа на тебя. Разве я такая же вспыльчивая? Что ты? Конечно, нет. Огненная волчица ушла совсем одна. Ничего плохого не случится? Принимая во внимание ее навыки, это исключено.
А если она встретит того мужчину в черном? Он не тронет ее, зная об ее отношениях с Дивеляном. Она больше всех подходит для того, чтобы разрешить ситуацию с Дивеляном. Сяоди. Почему? Почему ты стал частью монолита? Почему ты предал огненный щит? Почему ты предал меня? Я не предавал тебя. Предав огненный щит, ты предал и меня. Огненный щит поступил со мной несправедливо. Они первыми предали меня. Я никогда не был членом огненного щита. И называть меня предателем неуместно. Тебя, Гуань Сяоди, я никогда не предавал. Тогда уволься из монолита прямо сейчас. Я хочу, чтобы ты немедленно уволился оттуда. Только после того, как ты уволишься из огненного щита. Я не могу. Тогда и я не могу. Иди сюда. Зачем? Решим наш спор на ринге. Я не хочу драться с тобой. Иди сюда, если ты мужчина. Ты так добр ко мне, потому что чувствуешь себя виноватым. Нет. Иногда я чувствую себя виноватым. И не смею даже быть рядом с тобой. Можем мы оставить прошлое в прошлом? Дело не в том, что я не хочу отпускать. Прошлое есть прошлое. Но сегодня я смог понять. Несчастье может произойти в любой момент. Все может исчезнуть в одно мгновение. Своим любимым мы должны отдавать больше, чем получаем. Быть снисходительнее. Ты хочешь сказать, что я недостаточно снисходительна? Нет. Я говорю о себе. Достаточно того, что ты не так сильно меня ненавидишь. Все мои прошлые долги. Позволь провести остаток моей жизни, возвращая их, хорошо?
Позволь спросить. Если я тебе все еще друг, тогда расскажи мне правду. Какую? Почему ты устроился в Монолит? Потому что там меня заслуженно ценят и уважают. Программа обучения Монолита. Один в один программа обучения Огненного Щита. Ты передал информацию? Нет. Я лишь занимаюсь тем, что поручил мне Уфэй. Тренирую новичков. Я не верю. Раз ты мне не веришь, какой смысл дальше отвечать на вопросы? Дюэлян, пока ты часть Монолита, мы рано или поздно станем врагами. Это все зависит только от тебя. Ты изменился. Я разве? Да. Я изменился. Но это вы сделали меня таким. Гуань Сяоди. Огненный щит всегда будет моим врагом. А ты всегда будешь моим. А? Дочка, вот, выпей воды. Что происходит между тобой и Дзюляном? Дзюлян присоединился к Монолиту, предав меня. Это не совсем справедливо с твоей стороны. Разве Огненный Щит не отказался от него? Но Огненный Щит и Монолит конкуренты. Это ведь всего лишь работа. Зачем вам нужно так драться? Я была так зла, поэтому не подумала об этом. Сейчас Дзюлян совсем другой человек. Но его бойцовские навыки стали лучше. Похоже, его кто-то обучает. Если бы он не выпил, с ним было бы еще сложнее драться. Давай сменим тему. Папа, как ты себя чувствуешь в последнее время? Я? Отлично. Просто прекрасно. В последнее время дела клуба идут не очень хорошо. Ты был чем-то очень занят? Ты не должна об этом волноваться. Это бизнес. В нем тоже есть падения и взлеты. Все нормально. Выход всегда найдется. Папа, клуб — это твоя жизнь. Что сказал Дзюлян после вашей драки? Сказал, что Огненный Щит его враг. Он был очень надежным человеком. Люди меняются. Неважно, кто бы ни бросил нам вызов, мы уничтожим всех. У Монолита есть тот, кто смог одолеть Люша, нам не победить. Я совершенно не знаю, что это за человек. Но я очень хочу бороться с ним. Телята не знают, что нужно бояться тигров. От лица всех в Огненном Щите
Поздравляю с возвращением. Спасибо. Спасибо. Все приложили массу усилий и без проблем прошли испытательный срок. С этого момента можно смело утверждать, что вы официальные члены огненного щита с элитным уровнем. Поздравляю! Замечательно, замечательно. Поздравляю вас всех. Вы хорошо потрудились. Вначале вы были просто ужасными и слишком дерзкими. Но после того, как вы неделю провели в лесу, я увидела вашу решимость. И поняла, что рано или поздно вы окажетесь здесь. Каждый из вас выдающийся человек. И вы станете гордостью огненного щита. Хе, инструктор Лю, постоянно слыша, как вы нас ругаете, а теперь вдруг вы начинаете нас хвалить, мне от этого становится неловко. Ругайте нас больше. Белая акула, ты что, легендарный мазохист? Отстань. Расслабьтесь. Я больше не буду вас ругать. Что вы имеете в виду? Я не закончила миссию. И мне стыдно перед огненным щитом. Но, увидев, сколько у нас талантливых новичков, я могу спокойно уйти. Уйти? Почему ты должна уходить? Циньшэн, не спеши. Дай Люша закончить. Врач сказал, что моя болезнь может дать о себе знать в любой момент. Я больше не могу драться. Поэтому лучшим решением будет покинуть огненный щит. Быть телохранителем не значит постоянно драться. Есть опасности, которые нужно пресекать в зародыше. В этом у тебя много опыта. Тебя можно назвать важной частью огненного щита. Я надеюсь, ты останешься. Именно. Даже если вы не деретесь, вы можете координировать. Для того, чтобы драться, есть мы. И я тоже еще есть. Спасибо вам всем. Но я не могу быть обузой. А если ты останешься здесь на 1-2 месяца? Попробуй. Я в тебя верю. Если после этого у тебя будет желание уйти, я не буду тебя останавливать. Люша, правда запретили драться? У врача была веская причина, чтобы запретить ей. Разве это не ужасно? Она, наверное, очень расстроена. Но ей не нужно драться, ведь у нее есть инструктор Цинь. Инструктор Лю кажется более спокойной в последнее время. Я тоже так думаю. Особенно, когда она смотрит на инструктора Цинь, тогда ее взгляд становится более нежным. Влюбленные женщины заставляют нас завидовать и ненавидеть. Розовая пантера, даже инструктор Лю упала. А как дела у тебя? А что у меня, какие дела? Не притворяйся. Вы сблизились с белой акулой? Ну? Что с тобой? Живот что-то прихватило. Как-то странно она убежала. Ты что, глупая? Разве не видишь? Она всеми силами пытается избежать расспросов. Между ними, похоже, все-таки что-то есть. Сплетничай дальше. Фэй, лекарство, что ты мне дал, перестает действовать. Мне нужен новый препарат.
Давай встретимся. Дюлян, почему ты здесь? Хотел с тобой поговорить. Давай. Поговорим внутри. Тот раз я был пьян и не совсем понимал происходящее. Ты кое-что могла неправильно понять. Я не причинял вреда инструктору Лю. И кстати... Кстати, что? Мои чувства к тебе никогда не менялись, что тогда, что сейчас. Но то, что касается огненного щита, я ему ничего не должен. Я могу работать, где хочу. Дюлян, присоединившись к огненному щиту, мы подписали соглашение. Ты не должен был нарушать его, несмотря ни на что. Я повторю еще раз, я этого не делал. Я видела, как ты тренируешь новичков, ты отрицаешь? Я всегда думал, что в этом мире ты единственная, кто заслуживает моего доверия. Но сейчас я вижу, что та, кому я доверяю больше всего, совсем не доверяет мне. Дюлян, доверие должно быть взаимным. Если ты уволишься из Монолита, я тебе поверю. Почему? Дюлян! Дюлян! Фэй, где это мы? А, это лучшая частная клиника в Нанкине. Врач мой друг. Скажите, доктор Смит здесь? Вы записаны? Да. Вы к господину? Да. Прошу, проходите. Хорошо. Идем. Госпожа Цуй, ваша опухоль мозга очень странная. Она ненормальная. Больше похожа на сеть. И опутывает весь ваш мозг. Это стимулирует ваш мозг. Именно поэтому ваши слух и обоняние обострились. А ваша интуиция становится все сильнее. Хотите сказать, что эта опухоль приносит мне пользу? Ваши чувства обострились. Но это временно. Как только опухоль увеличится, ваши мозговые нервы будут разрушены. Хирургия это может исправить? Такой вид опухоли встречается крайне редко. Если нейрохирург случайно заденет нерв, это может привести к слабоумию, параличу или даже смерти.